Меня зовут Анелия Тулешева, мне 10 лет, и я из Казахстана. Здесь очень сильные дети. Вот почему я приехала именно сюда. И я очень давно мечтала сюда приехать. В Украине я была только на кастинге. Впечатления есть уже очень много. Здесь так все красиво, так все ухожено, так все опрятненько. Но у нас тоже все ухожено и опрятненько. Но у вас такие красивые здания, похожи на замки. Я хотела попасть именно к Монаде. Очень хотела. Он просто очень зажигательный, он офигенно танцует, он офигенно поет. Когда он поет, у меня мурашки по коже. Почему я выбрала эту песню? Да потому что она мне нравится, она мне близка. И у меня там все, в принципе, нормально получается. И первого раза, когда я услышала эту песню, я сразу вот сказала, о, все, это моя песня. Я вообще не поняла, что происходит. Я до сих пор не верю, что это правда. Мне никто не ущипнул так сильно, чтобы я поверила, то, что все происходит на самом деле. Я просто перед сценой напрягаюсь очень сильно, чтобы вся напряжение ушло. А потом так, выдыхаю медленно и иду на сцену. Все, у меня никаких фальшивых традиций нету.